Привет, друзья. Приходит ко мне приятель старый, его всего трясет от гнева. Я говорю, что с тобой случилось, друг? Он говорит, я бы своему начальнику так врезал сегодня. Я говорю, а самого трясет? Я говорю, потрясись. Он потрясся, потрясся, потрясся. Потом сел, говорит, а что так спокойно стало? Я говорю, ну то, что ты потрясся, это моя дочка придумала, Шейла Алиева. И они скоро с Аленом Алиевым, моим сыном, они психологи, я считаю, выдающиеся, скоро будут проводить встречу, мастер-класс. Следите за их каналами, очень интересно. Вообще наша семья – это династия. Я врач, а не психологи, но я к тому же и психолог, и писатель, и художник, и так далее. Вот картину дорисовал, и тут у меня свеча стала, как мне Роман Гобзенко посоветовал. Обведи здесь контур такой, чтобы свечку больше было видно, пламя. Я как начал рисовать, так начал еще дальше, дальше, дальше. Ну, короче говоря, она уже изменилась. Это картина, которая называется и участник события, и его свидетель. Ну ладно, я сейчас о другом хочу вам сказать, о главном. Дело в том, что у меня скоро выйдет книжка. И в этой книжке будет эта новейшая методика по ключу. Как можно избавиться от накапливаемого стресса, потому что организм просит сделать что-то, а нам нельзя, потому что у нас есть культура. Культура. И поэтому напряжение накапливается. А как выпустить пар? Ну, я, например, рисую, видите, рисую. Кто-то поет, кто-то танцует. А вот теперь ситуация возникла. Вот он пришел ко мне, хотел начальнику врезать, и я поэтому говорю. Ты можешь это делать всегда, только путем. Сыграй это как в кино за закрытой дверью, когда ты никому не мешаешь. Может, тебе поорать хочется, может, кому-то из дам наших хочется тарелку разбить, хочется там в раздражении что-то сказать или еще что-то такое. Может быть, хочется бегать, а тут стадион далеко. И вообще, когда все далеко и когда ничего нету, например. Вы вспоминаете, когда вы были счастливы, а того парня нету, он на войне там или еще где-то, на спецоперации какой-то, может быть, там. Ну, разные ситуации бывают. А может быть, он лежит в госпитале. Как ему помочь? Как тебе помочь? Поэтому у меня сейчас вот книга выйдет новая, через 1,5-2 месяца. Я потом скажу вам издательство, вы сможете ее посмотреть, прочитать, и там будет новейшая методика по ключу. Как выпустить пар, как сделать психоэмоциональную разгрузку, как выйти из этого состояния противоречия, когда тебе хочется одно, а тебе надо делать другое, у тебя напряжение накапливается, как выпустить пар. И как при этом научиться озаряться по заказу. Это все с одно с другим связано, очень сильно связано. Вот попробуйте пальцы вот так вот быстро сделать. Кто-то сделает быстро вот так, а у меня так не получается. Видите, у меня делается вот так быстро. А вот вы сделаете этот тест. Это мне подарил мой друг Наум, который сегодня живет давно в Израиле, выдающийся человек. Он сказал, что люди по-разному скрещивать свои руки, если быстро так делать. Вот видите, я так не могу, а вот так могу, или вот так. Но если вы потренируетесь, у вас меняется и характер, между прочим. Характер реагирования. То есть, если люди, у которых правый палец внизу, сразу пытаются реагировать, а потом думают, а у кого левый палец внизу, сначала думают, а потом реагируют. Но я потом вам это расскажу, я как-то где-то рассказывал несколько раз. А вы подпишитесь на мой канал YouTube, если вы не видели эти ролики. И заодно посмотрите, вчера у меня была моя коллега, специалист по методу ключ, которого я готовил. И вот она рассказывала, как она работает у себя там в центре, в государственном каком-то центре. Она рассказывает, все можете посмотреть, она очень интересно рассказывает, как она применяет ключ для того, чтобы своих наркозависимых и даже игрозависимых освобождает от этого зависания, ну, для отвыкания от вредных привычек. Но мы это тоже проводили, кто не видел,
пожалуйста, посмотрите ролики, которые у меня там сотни тысяч роликов, разных роликов. Поэтому подписывайтесь на канал YouTube. Поэтому подписывайтесь и на канал Telegram мой. Telegram, потому что я иногда и там выставляю ролики. А там начинается обсуждение, возникают вопросы, я им тоже там отвечаю. Чего нет, например, в одном Ютубе, есть там в Телеграме. Но это, хотя я даю материал одинаковый, и в ТикТок иногда выставляю. Тоже подпишитесь, пожалуйста, в мой ТикТок. Ну, короче говоря, вы тогда будете полностью оснащены информацией. Я очень много делаю этих работ, и моя Шейла Алиева, дочка моя, дает много интересного. Я сам у нее научился вот этой тряске, например. Это интересная штука. Повторяемые движения на высоких частотах. Ну, она вам покажет. У нее скоро вместе с Оленом моим будет встреча с вами. Подписывайтесь на их каналы. Друзья, держите нас в поле внимания, потому что наша семья... Это династия, и мои дети знают меня этот ключ с детства, когда я им показывал еще как петуха гипнотизировать. А потом я это показывал своей внучке Гретке. Она тоже психолог. Ну а теперь у меня совсем маленький правнук, ему 4 года, Максимка, а другому правнуку тоже уже скоро, ну он уже ходит, такой классный парнишка, такой классный. Ну короче, я тот прадед, который столько лет практически помогая людям, выводил их из Беслана после шокового стресса и детей, и взрослых, когда еще психологи не умели это делать, их потом этому учил. И олимпийских чемпионов готовил. Слушайте, друзья, подписывайтесь на канал. А когда книжка выйдет, вы вообще обалдеете, потому что опять вы мне напишите, боже мой, что же я это чувствовал, но не догадался это сделать. Как гора с плеч. Господи, почему это другие не делают? Ведь это так просто. А потому что не знают. Поэтому подписывайтесь и делитесь в своих группах, нашими каналами. До встречи.